это же наше семейное фото. Погоди. Вот теперь намного лучше. Я так рад, любимая. Ой, перестань. А теперь потанцуем. Больше не толкай меня. О, нет, он вампир. Ты что-то сказала, дорогая? Мама, Габриэль вампир. Детка, у тебя разыгралась фантазия. У меня есть подарок для тебя, малышка. Какой ужас! Убери это от меня! Мне страшно! Габи, покажи, что в коробке. Смотри! Видишь, дорогая, там ничего нет. Идем, поиграем вместе. Ну, теперь все стало на свои места. Малышка была права. Я обязательно его разоблачу. Должно быть, он здесь. Я так и знал. Улыбочку, кровопийца. Теперь он в фокусе. Самое время перекусить. Как аппетитно выглядит. Рядом никого. Отлично. О, вот и попался. Продолжай. Мне нужно больше кадров. Ха-ха-ха. Тут становится ярко. Так-то лучше. Ах. О, готово. Замечательно. Ха-ха. Теперь все узнают правду. Секундочку. Как? Его нет ни на одной фотографии. Что такое, детка? Я хочу эту куклу. Ого, я тебя поняла. Дорогой, закажи, пожалуйста. А, что? $500? Да это грабеж. Но у меня есть решение. Скотч, сделай ее сама. Что? Но это не кукла. Мам. Сейчас не лучшие времена. Придется что-то придумать. Нужно набрать папу. Алло? А, да, дорогая, понял. Да, конечно, я ее куплю. До встречи. Это дорогая кукла. Посмотрим, что у меня осталось. Так, ну-ка. Пусто, и тут тоже. Вот незадача. И как мне ее получить? Что-нибудь придумаю. Начнем. Сперва соберем основу, сделаем платьице. Теперь нужно связать парик. За дело. Получилось отлично. Ха, ну как тебе? Теперь нужно сделать ботинки для нашей куколки. Обрабатываем поверхность термоклеем и складываем туфельки. Ха-ха, добавим украшения. Просто прелесть. Теперь примерим. Только взгляните на эту красотку. А вот и твой бантик. Не забудем ожерелье. Угу. Много украшений не бывает. Готово? Маленькая принцесса для моей принцессы. Ну разве не симпатяшка? Я думаю, малышка будет очень рада. Давай вас познакомим. Устраивайся поудобнее. Хочу, чтобы малышка знала, что я ее люблю. Вот теперь все. Не терпится увидеть ее реакцию. Ах. Эй, мелкая, что делаешь? Не мешай, я играю. Отдай, я тоже хочу. О, я же не закончила. Ты бы и не прошла. Ой, что случилось? Глупая игра! О, мой телефон! Что ты наделал? О, ну все, ты достал! О, прекрати, мне же больно! А, мама! Что у вас тряслось? Детка, это твой телефон? О, нет! О, дорогая, время щекотки! А, Габи, перестань! Ну, хватит! Попалась! Он увел маму! Это мой шанс! Я все о тебе узнаю! Что ты там делала, девчонка? Прошу, не трогай меня. Слишком поздно. Больше ты мне не помешаешь. О нет, где я? Это западня. Мне отсюда не выбраться. Эй, выпусти меня. Мама. Сиди тихо. Томас, как тебя сюда занесло? Не твоего ума дело. В гляделке решил поиграть? Ха, какой грязный трюк. Теперь мой черед. Ты меня не сдуешь! Оу! Хватит! Ты плюешься! Ха, ты сам напросился. А, ты выиграл. Ладно. Оу! Симпатичный портрет. Как по мне, халтура. Как ты? Пускай. У меня подарок для малышки. Где она? Дружище, ты забыл? На сегодня встречи нет. Так что проваливай. Я что, не могу увидеть свою дочь? Это провал. Подобрать ей душевный, и я передам это ей. Ладно, но я слежу за тобой. Прощай. Привет, Габи. Видел мое кольцо?
Да ты неотразима, Аника. Ага, Габриэль, попался! Я все расскажу Кэт. Сейчас наберу ее. Думаешь, не позвоню? О, еще как позвоню. Оу, все равно наберу. Прекрати, тебе хочется спать. Больше это не сработает. Я все про тебя знаю. Я влип. Остынь, дружище. Эй, почему я танцую как робот? Только не сейчас. Вот бы сейчас потанцевать вместе с папой. Что со мной происходит? Похоже, он окончательно спятил. Что с тобой? Я не знаю. Тело само двигается. Странно это все. И очень смешно. Мой папа наваляет любому. Он знает кунг-фу. Что теперь, диско? Не стой у меня на пути. Ему точно пора лечиться. О, это что-то новенькое. Давай, папа, ты будешь самым красивым. А мне нравится. Но почему сейчас? Да что с тобой не так? Ты бы еще накрасился. Папочка, Габриэль запер меня за шкафом. Я спасу тебя, малышка. О, дорогая, мы должны спасти нашу дочь. О чем ты говоришь? Она сказала мне, что ее держат взаперти. Вот она, играет в прятки. Она здесь? Что-то не похоже. О, нет. Дорогая, ты в порядке? Это должно ее взбодрить. Проснись. Хватит. Томас, что это было? Кэт, где наша дочь? Там. Куда она подевалась? Может, тут? Малышка, выходи. Она наверняка где-то дома. Где же ты? Где? Если она не здесь. Признавайся, это ты ее спрятал? А? О! Остановись! И тут пусто. Что же делать? Неужели мы ее потеряли? Эй, вы кого-то искали? Я нашел ее в целости и сохранности. И теперь я подарю ее подарок. О, ты мой герой. Это просто моя работа. Самое время для моего сюрприза. Откроешь, дорогая? Та-дам! Ты такой милый. Держи, крошка. Спасибо, ты лучший. Минуточку, разве это не моя кукла? Это возмутительно, он присвоил ее себе. Томас, успокойся, довольно. Ты напугаешь малышку. Не смей наговаривать на Габи, а теперь уходи. Пока-пока. Эй, ты, пора возвращаться. Вперед. Так точно. Хорошая девочка, так держать. Еще бы закрывала за собой. О, что это было? О нет, я снова здесь. Выпусти меня, пожалуйста. Так будет надежней. Это чтобы ты не расслаблялась. Приятной тебе компании. Спасите! Отстаньте от меня. Папочка, защити меня. Они сбежали. Но почему? О нет, малышка в опасности. Доченька, я уже иду. Ха-ха! Будешь знать, как связываться со мной. Я здесь. Она точно где-то рядом. Они возвращаются. Помогите. Держись. Какой тяжелый. Мне его не сдвинуть. Ах. Тут замок. Я все понял. Ребята, пожалуйста, помогите снять замок. Его откроют ваши лайки. Поторопитесь. Папа, скорее! Они приближаются! Ребята, без вас я не смогу выбраться отсюда! Поставьте лайк! Спасибо, ребята! Лайк вам за это! Вы мне очень помогли! Малышка, я иду! Дорогая! Папа! Выходи! Ура! Ты пришел! Ну, конечно! Как я мог тебя оставить? Смотри! О! Лучше бы вы это не делали! Пора преподать тебе урок! Стиль безумной куницы! Киа! Что за балет, Томас? Ха-ха, иди сюда. Хочешь настоящей разборки? Держись, папочка. Ударь его с левой. Что? Постой. Не останавливайся. Ты победишь. Ай, щекотно. Ну перестань. Эй, это нечестно. Отпусти. Стой. Аш. Что же делать? А, знаю. Получай. Дорогой, что тут происходит? Мальчики, перестаньте. Кэт, смотри, он вампир. Видела эти клыки? Томас, перестань. Габи, ты в порядке? О, бедняжка. Почему ты мне не веришь? Он вампир. Меня уже достали эти обвинения. Вы оба прекратите. Все, Томас, ты плохо влияешь на нашу дочь. Не появляйся здесь больше. А ты поставь новое фото. Томас. Уходи, тебе здесь не рады. Нет, я хочу увидеться с дочерью. Сегодня день отца.
Серьезно? Есть такой праздник? Ха, ладно. Пропусти меня! Не так быстро. Что в коробке? Что это? Давай-ка взглянем. Ничего запрещенного. Можешь проходить. Томас еще та заноза. Ах. Девочки, привет! У меня есть подарок для малышки. Ура! Спасибо, пап! Открывай скорее! Ты что, съел мои конфеты? Габриэль, это твоих рук дело? А ты смышленый парень! Детка, это не то, что ты подумала! Я знаю, мне самой не нравится Габриэль! У меня есть идея! Ха-ха, должно сработать! Дружище, что это у тебя? А где? Ха, о, должно быть, показалось. Чеснок! Только не это! Что вы наделали? Вам крышка! Бежим, детка! Не с места! Я вас найду где угодно! Нужно найти управу на этого вампира. Тут как-то мрачновато. Ой, должно быть, это и есть его гроб. Он идет, нужно спрятаться. Осталось найти девчонку, но перед этим нужно отдохнуть. Ага, вот и попался. Больше ты не причинишь нам вреда. Так. Алло, Кэт, скорее. Я жду тебя на кладбище. Ага, так, попался. Ну как? Сюрприз. Тебе меня не обхитрить. Ха, полежи пока тут. Я разберусь с тобой позже. А, Томас, ты здесь? Томас! А, что это? О, как интересно. Зачем закрывать гроб на цепь? А, так-то лучше. Дорогая, ой! Ну и зачем меня так пугать? Ты в своем уме? Я тут ни при чем. Это все Габриэль. Это его гроб. Перестань нести чушь, Томас. Тебе нужно лечиться. Ну, прости. Ни за что. Дорогая, вернись. Ох уж этот Габриэль. Он мне за все заплатит. А, ну и денек. Привет. Ой. Вот ты где? Что ты задумал? Я заставлю тебя молчать. Упс. О, вы такие милашки. Хорошо, что вы подружились. Так я найду тебя где угодно. Иди играйся. Дорогой, ты такой чуткий муж и отец. Ага. Подожди, я скоро вернусь. Есть кто? Снова ты! Зачем пришел? Я войду? Не торопись, ковбой! Повешу и на него жучок. Прости, как насчет перемирия? Как неожиданно. Ну ладно, я так рад. Теперь мы друзья? Отпусти! Хорошо, дружище. Я пойду. Он ничего не заподозрил. Ай, моя рука! Мальчики, привет! Привет, Кэт! Я так рад тебя видеть! А вот и мой шанс! Может, кофе, Томас? О, благодарю! Ну, давай же пей! Давай! Спасибо! Не откажусь от пирога! Не забудь запить, Томас! О? Кофе остывает! Это же мой любимый пирог! Разве так сложно выпить? Ты прав! Спасибо, друг! Да не отсюда! Достал! Было чудесно, но мне пора идти. Пока, друг! Дорогая, я отойду. Габи? Ну ладно. Трекер показывает, что она рядом. О, да! Девчонка идет прямо ко мне в руки. Ха, отлично! Хватит прятаться! О, как он меня нашел? Тук-тук, открывай! Похоже, придется пойти на хитрость. Точно! Это мне пригодится. Давай поиграем! Ха, все готовы? На подачу, Габриэль! О, да! Это тачдаун! Кто чемпион? Я чемпион! Yes! Где эта девчонка? Что? Как ей удалось сбежать? А, лузер? Это же мой жучок! Не может быть! А, проклятье! Оу, дурацкий торт! Ауч! Довольно! Тебе больше негде прятаться! Я тебя мигом отсюда достану! Заводись! Ха-ха-ха-ха! Прощайся с жизнью! Тебе не сбежать! Оу, Кэт! Только не сейчас! А. Что-то случилось?
Габриэль, ну и где тебя носит? Решил немного потренироваться, отрабатывал броски. А у меня есть другая версия. Ого, тогда скажи, что делаешь тут? Посмотри, дорогая. О, нет, какой ужас. Кэт, очнись. Опять ты. Отдай сюда. Удалить видео. Ага, вот, взгляни на это. О, Томас? What? Не понял, дай посмотреть. О нет, это не я. Не верь ему, с меня хватит. Я все объясню, Кэт. Неплохая попытка, но она последняя. О, не трогай меня. Кажется, оторвался. Нужно скорее спрятаться. Точно. Привет, детка. Привет, пап. Я все равно тебя найду. Томас, пора заканчивать. Опять ее заело. Ну давай же, заводись. Нам нужно срочно бежать отсюда. О, у меня идея. Кажется, это наш шанс. Давай, ты первая, я прикрою тебя. Ваша песенка спета. Куда они делись? Я же их видел. Не надо делать из меня дурака, Томас. Лучше сдайся по-хорошему. Я тебя на кусочки порублю. Ну что, не передумал? Томас? Куда он делся? Эй! Попался! А теперь катись отсюда! А ну, отпусти меня обратно! О нет, только не это! Это конец! Меня это уже достало! Отстань от меня! Будь ты проклят! Я не дам тебе уйти! О, еле успел! Хаш! Ну вот и все! Нет, не трогай нас! О, Кэт! Как не вовремя! Что за шум? Это Габриэль, он улетел! Дорогая, он вампир, я не шучу, ты должна это увидеть! Что-то стряслось? Хватит с меня твоих сказок! Мама ему не поверила! А тут мрачновато! Ух ты, а вот и то, что я искал! О, да! За дело! Посторонним вход воспрещен. Уходи. О, кто здесь? Я твой ночной кошмар. Эй, я ничего не сделал. Больше не сделаешь. Кажется, я влип. Давайте без рук. Ладно, попробуйте это. О, да, растрясён старые кости. Как тебе мелодия? О, очень вайбово, спасибо. Фу, это было близко. Надо заканчивать. Это мой шанс. Где он прячет ключ? Сколько у него карманов? Пс, щекотно. Это она. Упс, прости, друг. Наконец. Она у меня. Ой, слишком громко. Окей, пора разоблачить его. А это еще одно доказательство. Можешь не улыбаться. Щелк, теперь мне точно поверят. Оп, не так быстро. Это тебя задержит. Ха-ха-ха. Будешь знать, как разбивать семьи, кровосос. Теперь Кэт точно ко мне вернется. Дорогая, у меня сюрприз. Томас, что ты тут забыл? Ха, проваливай. Я должен с ней увидеться. От него сплошные проблемы. Папочка, ты вернулся. У меня для тебя подарок. Если со мной что-то случится, передай это маме. Ключ от вампирского склада. Он использует тайную полку в комоде. О, я все поняла. Довольно. Мы не нуждаемся в твоих подачках. Уходи. Нет, я должен увидеть жену. Эй, ха, я вызову копов. О чем ты? Это тебе, дорогая. О, ты не забыл? Спасибо, дорогой. Я все о тебе знаю. Ты плохой. Ох уж эти дети. Вау, круто. Я на месте. Если я открою тайный склад, мама мне точно поверит. Ага, трум-трик. О, сработало. Посмотрим, что внутри. Оу, мыши. Хватит. Что происходит? Спасите. Папа. Что происходит? Откуда этот шум? Ха-ха, тебе там не тесно. О, нет! Дорогой, у тебя все в порядке? Что это был за шум? Или показалось? О чем ты? У меня просто репетиция. Скоро выступление на Бродвее. Я должен быть в форме. О, обожаю джаз. Так качает. Все будут аплодировать стоя. А ты не видел малышку? Нет, только моя музыка.
Бедная малышка. Надеюсь, она найдется. Я так за нее переживаю. Не плачь, она точно найдется. Но не сегодня. Лишь бы с ней ничего не случилось. Дорогая, уверяю, все будет в порядке. Очень хочется в это верить. Кому как. Может, кто-то ее уже нашел? Нельзя останавливаться. Доченька, вернись. Погода испортилась, только этого не хватало. О, вытри слезы. Спасибо, любимый. А, тебе нужно расслабиться. На сегодня хватит. Может, она уже дома? А? Я вся продрогла. Что-то мне нехорошо. Тебе нужно прилечь. А, у тебя жар. Оуч! С другой стороны, это хорошая новость. Как насчет попкорна? Спасибо, дорогая. Ты у меня лучшая. Почему ты сидишь? Ищи малышку. О, как больно. Алло? Да, мне нужен врач. О, вы так быстро. Маскировка готова. Уже иду, мэм. На что жалуетесь? Давайте я вас послушаю. Сделайте глубокий вдох. Угу. Дышите, не дышите. А это еще что за шум? Ха, как подозрительно. Кажется, тут. Спасите, я тут. О, Джессика, как громко. Вот оно что, я все понял. Снова этот вампир. О. Доктор, что со мной? Не бойтесь, я спасу тебя и дочку. Я выведу его на чистую воду. Что? Просыпается голод. Только не сейчас. Дай мне его. Ой. Мне нужно отлучиться. Так чуть легче. Что с тобой, доктор? Вы поможете ему? Это вне моих сил. Это вам. О, да. Кровь, как нектар. Я уже совсем рядом. О, да. Только не это. Эй, как насчет диска? Как же я хочу танцевать! Ого, он всегда у вас такой? Да ладно вам, старики, давайте потанцуем! О, да! Мэм, где вы его откопали? Давайте не сейчас. Ну хорошо, оставлю это здесь. О, да! Ли еще! Я так больше не могу! Каш! Томатный сок полезен при простуде. Кровь! Так это всего лишь томатный сок. Думаю, они ни о чем не догадались. Поправляйте скорее. И обращайтесь ко мне в случае чего. Всего хорошего. А как там малышка? Эй, выпустите меня. Все прекрасно. Самое время проучить выскочку. Чем тебя побаловать? Может, роем мышей? О, нет! Что это? Они у меня в волосах. Прелестно. А теперь мини-ураган. Они улетели. Что это? Спасите. Ого, почему я не видела его раньше? Выбралась. О, нет. Жалко, что у этого доктора не было крови. Я бы подкрепился. Точно, это может сработать. Если я добавлю немного крови в его кофе, он больше не сможет скрывать свою истинную природу. Есть. Хи-хи. Ага. Какой ароматный кофе. О, что? Не может быть! Откуда здесь кровь? Папа был прав. Я властелин ночи. Бойтесь меня. Он меня заметил. Нужно сообщить папе. Какой у него код? Алло, скорее, он здесь. Да, дорогая, я все понял. Буду через секунду. Вот и попалась. Что это? Убирайся от нее, или я тебя испепелю. Чесночный удар. Кем ты себя возомнил? Думаешь, ты меня одолеешь? Лучше сдайся прямо сейчас. Хватит, ты же не выстрелишь в семью. Кэт, о нет. А тебе идет. Ого, Кэт, что с тобой? Где твои ноги? О, я не знаю. Я тебе этого не прощу, вампир. О, проклятие, прекрати. О, нет, Габи. Дорогой, ты в порядке? Не отключайся. Бедняжка. Томас, немедленно убери этот бардак. Раз ты настаиваешь. Идем, Джессика. Мамочка не в духе. Фу, ну и денек. Надеюсь, все будет как и раньше. Ну разве не прелесть? Упс, не отвлекаюсь.
О, любимый, ты не ушибся? Довольно, я ухожу. Снова вы? Уже достали. Давно хотел предложить. Ты пойдешь со мной в кино? Последний ряд? Конечно, дорогой, с тобой хоть в первый. Отлично. Мы на месте. Не так быстро. Вампирам вход запрещен. Такие правила. Да уж, не повезло тебе. А я пошла. Стоп. Мокрым сиденьем тут тоже не рады. Постой, я сейчас разберусь. Эй, полегче, зубастый. Ты не встанешь у нас на пути, смертная. Арр. Путь свободен, дорогая. Идем. Будешь сушить сиденье? Ха-ха, такой крутой фильм. Сходим еще раз. Оу, я кое-что забыл. Эй, спасибо, что подыграла. Без проблем, зубастый. Спасибо. Посмотрим, чем мы займемся теперь. Пора переходить к прическе. Кажется, я видела на Ютубе один лайфхак. Покажу малышке. Как здорово! Мы можем сделать так же. Давай попробуем. Если ты готова, то я включаю пылесос. За дело! Сперва собираем все волосы в пучок и удерживаем его. Прикольно! Только не двигайся. Сейчас я все сделаю. Что? Куда она подевалась? Эй, ты тут? Малышка? Сначала она, теперь мои губы. Ну все. Я вызываю его на дуэль. Я тебе покажу, как приставать к леди. Получай! Ой, Вампи, ты такая милашка. Крошка, с тобой все в порядке? Ого! Тебе нравится, как я украсила свою прическу? Да, это очень стильно. Давай только я заплету тебе косички. Это будет супер-комбо. Спасибо, так красиво. Меня и вправду не узнать. Как же я хорош. Разве так можно? Эй, я тоже хочу такой галстук. Ну, пожалуйста, отдай. Немедленно остановись. Отдай или задушу. Хорошо, хорошо. Только сперва сделаем кастом. Теперь он твой. На такое его точно нельзя надевать. Вот, теперь ты настоящий вампир. А мне достанется экземпляр с офисных времен. Ха, ты так глупо выглядишь. Я так 3 года ходил. Все в школе будут от меня без ума. Супер стиляга. Кто бы сейчас послушать? Ха? Сейчас тебе и нечего будет слушать. А ну стой! Ты что творишь? Вот так-то лучше. Что ты наделал? Ты в своем уме? Отстань от меня, ненормальный. А ну стоп! Мама, смотри, что он сделал с моими дисками. Представляешь? Дай-ка их сюда. Есть идея. Всего немного фантазии. И что это? Вау, как круто! Мама, спасибо тебе! Уже не терпится поиграть с ней. О, кати ее на меня. Тогда лови. Вау! Как я рада, что вы больше не ссоритесь. Но вот мы и одни. Это тебе. Не поняла. Это сережки? А почему разные? Когда я его купил, это было колье. Доченька, ты не трогала мамино колье? Не-а. Вот же маленькая вредина. Тише, дорогая, не нервничай. Все хорошо. Тебе нужно расслабиться. Фух, я спокойна. Достаточно. Крошка, дай это маме. Давай сделаем из этого красивый топ. Внутри продеваем фатин. Из остатков моего колье делаем перемычки. Просто замечательно. Ну что, может, примеришь? Как красиво! Спасибо! Отдай это мне. Это не игрушка. Этот наряд подчеркнул мою утонченную натуру. Продолжим нашу игру. И нам выпал хвост. Как мы про него могли забыть? Сейчас сделаем. Куда же я его положила? Он же был на самом верху. Кажется, нашла. Смотри, доченька, это мой выпускной хвост. Тебе он будет в самый раз. А что это у вас там? Что?
Мама, ты была нирдом? Ха. Что смешного? Ха. Не могу поверить, это ты? Это не смешно. Думаете, я была смешной? Взгляните на отца. Ну и ну, ты тоже был ботаном. И в этом нет ничего смешного, отстаньте. Дорогой, ну не обижайся. Малышка, примерь. Ау, ужин, он остынет, покажись. Мама, это невероятно. Как и ты. Доброй ночи, мои хулиганы.